Надо было прислушаться к собаке. Мужика себе найти надо. Где угодно, но только не в своей кровати. Я сегодня буду очень серьезным. Я боюсь. Я могу себя повести очень неоднозначно. Вот в такие моменты. Эффект неожиданности. Ну а чё он? Чего, блядь? Ассаламу алейкум! Как дал с ноги. Давай, 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 давай. Вот поэтому, да. Поехали. Здравствуйте, всем, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Лёха. Находитесь на канале. Аж слюнька вылетела. Хардплей. Хардплей — это значит счастье, улыбки, веселье. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Все, кому нравятся видеоролики, спасибо вам, что вы меня смотрите. Все, кому нравятся пожилые прямые трансляции, заходите в наш... Куда? Ха-хай! Телеграм-канал Hard Inside. Вообще рекомендую всем туда подписаться. Очень много нового, интересного скоро будет. И уже начинаем... выкладывать. Вон, зайца сегодня выложил своего. Зараза, надрачивает меня сегодня весь день. Вот, короче, подписывайтесь, буду всем очень-очень рад и признателен. Это говорит только об одном, о том, что мы сегодня с вами смотрим зомби-чес. А зомби-чес — это что? Правильно, это 10 самых страшных видео, которые никто не должен увидеть. Никто, это тайна, блядь, у зомби-чеза, понимаете? Вы мне в тот раз сказали: Леха, будь, пожалуйста, посерьезнее, потому что у зомби-чеза страшные ролики. Страшные видео, здесь нельзя было смеяться. Предыдущий ролик обогнал даже... Микрораптор. Просмотром даже, по-моему, Академию смеха. Я посмотрел, мне все там пишут: будь серьезнее, атмосфера теряется. Ребята, я сегодня буду очень-очень-очень серьезным. Все, все спокойно, давайте посерьезки подойдем к решению вопроса. Все, зомби-чес, 10 самых страшных видео, поехали. Аля. Автор этого видео пишет: надо было прислушаться к собаке и не идти вниз. Очень серьезно. Надо было прислушаться к собаке и лечь в дурку, ёпта. И перестать разговаривать с собакой, блядь. Молодец. Так, чё? Ну а чё он с самого начала начинает? Лестница. Кстати, зомби-чес, мой сладкий, ссылку эту оставил, лайк поставил, колокольчик прожал. Спасибо за твой труд, за твой контент. Мы, как всегда, смотрим с большим удовольствием. Спасибо. Вот что они поймали на камеру. Поймали. А? Ёб твою мать. Да выпусти ты, поссать она хочет. Забегаешь в дверь, открываешь. Эффект неожиданности. Но все равно тебя, все равно напугаешься. А тут как бы на упреждение. Если это вор, ну, как минимум, он обострется перед тем, как в тебя это... Да. Если это духи, ну, они скажут: ну, это вообще конченый какой-то, полетели отсюда. Давай. Я просто посмотрю, да. Опа.
Кто тут? А там дед пьяный. Моя обувь наверху. Беги без обуви, дебил. Кстати, я хочу сказать одну вещь. На заброшках, вот когда ходишь один, я ловился на мысли, чего все-таки больше всего я боюсь. Боюсь чего-то вот визуального, да, вот увидеть. Ну, то есть, ну, условно, там, силуэт, фигуру, человека, либо проявление, давайте это называть полтергейстом. Да, вот когда там начинается там вот это исполнялово. Ты знаешь, мне кажется, я могу себя повести очень неоднозначно вот в такие моменты. Я не могу реально не убежать. То есть, самое на самом деле, да, страшное — встретить вообще человека. Да, это самое страшное. Вот если начнется какой-нибудь исполнялово, мне кажется, я почему-то вот не убегу, не знаю почему. То есть, вот визуально что-то увидеть, все, сердце может ёкнуть там же. Да, поэтому как-то так. Вот поэтому, да. А он опять пошел. После такого хозяевам дома нужно думать не про обувь и ключи, а просто забрать собаку и уйти. Что происходит аномального в мире? Видео из Куала-Лумпура утверждает... Туда, кстати, еще раз говорю, уже вообще прям очень близки заброшки, мои хорошие. Я напоминаю, вот. Вот. Первые, кто узнают, это подписчики Бусти. Будут намеки тонкие. И о. Утверждает, что что-то мистическое обитает в его доме. Он утверждает, что в его доме с каждым днем становится все хуже и хуже. Парень думал, что один из членов семьи его пытается напугать, но когда он отдергивает занавеску, там никого. Кого никого, это обычная тень от говна за окном Навального. Чудливая паранормальная активность в доме становится еще сильнее. Что-то, кажется, прячется в очень маленьком шкафу на кухне. Слушайте, я тут совершенно случайно, вот когда вот в hard.inst какой-то там заходил, да, вот, ну, тут буквально вот тут там посмотреть, там опять какую-то фотографию мою красивую выложили, да, hard.inst, я сам там не сижу, да. И вот мне, значит, видео вылезло в рекомендациях. Там, понял, тоже чувак ходит такой, смотрит это, где демон, типа там по квартире ищет. И раз пакет с чипсами падает, он, короче, наклоняется, да. И звуки вот эти вот любимые пошли, да. Поэтому здесь может быть так же, да. Ни о чем. Да эта мышка бегает. Чего, блядь? Как дал с ноги. Видно руку, которая молниеносно испаряется.
Парень задается вопросом, не пытается ли странное существо, с которым он имеет дело... А, ну тут все просто, ребят, это мышь с рукой. ...подражать ребенка. К его ужасу вскоре, что бы это ни было, пристало к его ребенку. Он в ужасе, когда его сын, кажется, начинает играть с какой-то странной сущностью, которую он не может видеть. Но, похоже, это существо показывает себя в своей истинной форме. И это чистый кошмар. Ассаламу алейкум! Ребенок поворачивается. Валейку салам. Это тоже из-за угла. Салам алейкум, да. Бля. Не, ну здороваться надо, что. Культурно все-таки. Надо привидением культурным быть, а не быдлом, блядь. Ёб твою мать, да ну нахер. Тупец. Тупец. Масл. Тупец. Kenapa lu bisa lu mengam gitu? Hah? Kalau papa nak tahu, papa buka sendiri. Здесь склейка была в одном месте. Здесь, вот здесь я заметил. Здесь, вот они зафакапились, смотри. Обратите внимание, как он камеру дергает. Что-то шляпа. С длинными темными волосами прячет. Шляпа, а вот здесь вот я не понимаю, что. А вот здесь вот... Прячется за холодильником. Эта штука появляется прямо из темноты. В любом случае, сами решайте, верить в это или нет. В этом видео кажется, что-то тревожное происходит с маленькой девочкой, которая спит в кровати со своими родителями и братом. Если мы присмотримся, четко видно, как что-то невидимое хватает ребенка за ногу. Ой! Ой! Я тебе рассказываю лайфхак. Фиксируйте. Сейчас, если что, 23-й год. У меня одному 2 года, второму 9. Давай, говорит, купим кроватку. И вот кроватки, вот это вот пеленальный столик. Да. Говорю, хорошо. Я что, один раз это херню эту повелся, что второй раз? Давай, 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 давай. Поехали. Покупаем. Как вы думаете, где спят все дети? Знаете, где что один, что второй, где он спал? Когда он только родился? Хотите, скажу? Как вы думаете, где? Правильно, блядь. Где угодно, но только не в своей кровати. И там вообще никогда никто не спал. Смотри, какой столик с тумбочками. Он всего стоит 42 582 рубля со скидкой. Смотри, смотри. Никогда туда ничего не кладется. Вот, вот так вот всегда все спят, понимаешь? Все вот так вот. Просыпаешься, на тебе рука, нога, кот. Блять, еще что-нибудь. Кто угодно, но ты никогда... Все постоянно что-то происходит, да. Мне по голове постоянно мелкий прыгал в свое время. И просыпаешься, он... Подъем! А у меня в 5 стрим закончился. Я домой пришел вот так вот. А он мне в 6:50. Потом мне на стриме говорит: а что это, говорит, у тебя такие синяки большие под глазами? Действительно. А что это они такие, да? Ох, бля. И начинает стаскивать с кровати. Стаскивать. Как думаете, что здесь происходит? Возможно, ребенок пошевелился сам, или здесь происходит что-то более зловещее?
Что думаете? Я думаю, что он просто вертухи кому-то во сне выстегнул. Странное, сложно объяснимое видео сейчас активно распространяется в сети по всему миру. Оператор замечает женщину на обочине дороги, которая, кажется, на несколько секунд замирает во времени. Через некоторое время она снова начинает двигаться. Это странное наблюдение вновь назвали сбоем в матрице, сбоем в нашей реальности. Но не прогрузилась еще локация. Чё надо-то? Я-то в Питере недавно когда был. Есть он даже отчет полный. Там тоже, короче, сбои в матрице. Постоянные, да, где-то. Это путешественники во времени, да. Мы уже открыли тайну. Это путешественники во времени. Они, короче, стоят на небо, смотрят и ждут, когда портал откроется. Да. Вот. А еще говорят звездочеты, да, древнейшая профессия. Итак, взгляните еще раз на эти кадры и спросите себя, что это может быть, как не глюк в реальности. Пингует, пингует. Видео снято женщиной, которая живет одна дома со своими кошками. Время от времени. Комментарии есть какие-то сразу? 25 кошек, обоссанные углы, минус обои. Все мужики сволочи. Да. И подмышки я тоже не брею. Времени. В нашем фем-кружке так и сказали, не надо этого делать. Ее кошки делают вещи, которые заставляют ее задуматься, были ли они детьми в прошлой жизни. Ей кажется, что она живет с детьми. Учитывая, как сильно она любит своих животных, она покупает камеру наблюдения, чтобы увидеть, что они делают, когда ее нет дома. Камера имеет функцию автоматического отслеживания, что в основном означает, что камера следит только за тем, что двигается. Вскоре женщина понимает, что покупка данной камеры была большой ошибкой. Камера начала фиксировать... С дальним светом, смотри, с горки идет, дальним поливает. ...вещи, которые пугают владельца кошек. Приведены лишь некоторые из вещей, которые происходят, когда она находится не дома. Смотрите. Чё? Странных звуков, которые исходят из ниоткуда, до невидимых сил, которых улавливает камера. Теперь не всегда происходят странные вещи, когда хозяйки нет дома. Происходит много необъяснимых событий, когда она находится дома. Однажды женщина... Давай поиграем, Фредди! Давай досчитаем. Раз, два... Ты не сказал три. Три! Она была на кухне, как вдруг какой-то предмет на ее полке резко упал, заставив повернуться камеру. Блин, кот висит в петле. Осуждаю. Но самое жуткое, когда однажды, сидя на диване, происходит это. Это. Да, и она прям не видит боковым зрением через диоптрии свои, что так вот дверь открылась. Да, конечно, конечно, это 100% так и есть, 100%, да, именно так. Да, надо третьи очки одеть, чтобы точно увидеть. Да, и прям вот реакция, прям вот да. У меня бы так дверка открылась, я бы уже через окно уже летел. Да.
Женщина уверена, что не было сквозняка, когда это произошло. Сквозняк. Так как, по ее словам, вся квартира достаточно плотно запечатана. Кот, я не пойму, ваза, что ли, или что? Он живой? Ранее подобного не случалось. Из-за этого она была сильно напугана и в недоумении. К сожалению, такие инциденты среди многих других причиняют ей много страданий, поскольку она не знает, что делать, чтобы остановить подобное. Мужика себе найти надо. Красивого, с бородой. С такими вот волосиками красивыми, да? Да, и у которого мотоцикл есть. И с большим толстым этим кошельком, да. Что бы это ни было, это сказывается на ее психическом здоровье. Из всех случаев, один в частности подтолкнул ее к действию, обратившись за помощью к другим. Вы вообще когда-нибудь задумывались вообще, как у вас кошки себя ведут? Кажется, всем настолько, им настолько плевать вообще. Это белочка. Это и вообще просто. Вообще. Все, да. А это, говорит, белочка. Французский, что ли, язык, не пойму. Собака бы уже на диване была. 100%. О, да, конечно, я буду. Дверь каким-то образом движется сама по себе. Даже кот явно напуган, когда он быстро спрыгивает с кровати, почувствовав что-то неладное. Кошка быстро выбегает из дверного проема, чтобы не быть раздавленной дверью. Естественно, женщина была потрясена. Что думаете обо всем происходящем с женщиной? Пишите предположения в комментариях под видео. Шляпа какая-то. Это жуткое видео было загружено на Reddit, и оно прямо сейчас набирает бешеную популярность. Что это такое? Я вижу один только сосок. Больше ничего не вижу. И обсуждается по всему миру. Что кадры, это? Которые привлекли большое внимание, были сняты на домашнюю камеру безопасности. На первый взгляд кажется, что на видео изображено большое безволосое существо. Таинственные кадры обрастают догадками. От скунса до обнаженного вора и даже вымышленного персонажа. Человек-медведь-свинья. Однако есть Чел-медведа-свин. Предположение, что это на самом деле может быть кошка-сфинкс, которая прибежала от соседей и залезла в дом. Тем не менее, кажется, что кадры продолжают вызывать у нас мурашки по коже, даже после того, как известна разгадка, что это за существо. В ноябре 2021 года семья переживает ужасный период своей жизни – потеря маленькой дочери.
Бабушка утешает свою дочь в окружении скорбящей семьи. Внезапно происходит на глазах у всех что-то невероятное, мистическое и душераздирающее. Смотрите. Давай поиграем. Давай. Я знаю твой секрет. Один из шариков, кажется, оживает и начинает двигаться так, как будто его кто-то невидимый держит и ходит по похоронному залу. Первая твой мысль, что это та самая погибшая девочка. Шарик на протяжении нескольких... Джорджи, давай поиграем! Залу. Ходит вокруг гроба, иногда останавливается и продолжает движение. Другие шарики недвижимы. Посмотрите на выражение лиц родственников. Недоумение и страх. Что думаете об этом видео? Реалистичность происходящего и сложность в логичном объяснении пугает. Это спорно, это что угодно на самом деле. Может быть сквозняк, сифон. Борода. Ну вообще странновато. Я не думаю, что на таких вещах бы кто-то прям стал за веревочку шарик таскать. Странный момент. Под потолком и другие шары. Мне вот это вверх и вниз резкое движение Алекс шарика очень странно. Алекс из Доминиканской Республики наткнулся на очень странное видео от одного из его друзей. Видео показывает, как его друг выходит из своей квартиры, чтобы пойти на работу около 5:30 утра. То, что происходит дальше, действительно странно. Закрывая дверь своей квартиры, на заднем плане можно увидеть очень странную, темную, полупрозрачную фигуру, которая просто идет по коридору, но затем исчезает в воздухе. Парень ловит фигуру краем глаза, но он не понимает, что это было, пока не просматривает записи с камер видеонаблюдения. Шунга-чанга. Видео стало очень вирусным. Синий видео является небосвод. Фейком или нет? Вам решать. Шунга-чанга. Нас уже миллиард. Чонга-чанга, та-ра-та-та-та. Где-где, а вот где не ждешь увидеть что-то мистическое, так это в сфере кей-попа. Были сняты странные кадры с недавнего концерта и разлетелись по всему интернету. Чего? На кадрах один из солистов кей-поп-группы, и он обращается к своим зрителям на сцене. Пугающая деталь заставляет фанатов и интернет-пользователей сходить с ума. На плече парня можно увидеть, кажется, бестелесную руку. Эта странность усугубляется тем фактом, что в момент съемки... Так, давай не будем сейчас усугублять, без того усугубившее. В съемке этого кадра на сцене не было других участников группы. Рука не принадлежит никому из присутствующих. Это и приводит к многочисленным... Let's go. Теориям и вопросам. Все пытаются объяснить это жуткое явление. Может ли быть это каким-то странным техническим сбоем? Или все-таки это что-то сверхъестественное? На сегодняшний момент нет никаких точных объяснений. Король Артур на нас напали! Семья покупает куклу в непримечательном магазине. И тогда, с момента покупки, в их доме начали происходить странные происшествия. Они верят, что кукла просто топовая кукла. И она виновник всего странного и пугающего в их... А вы заметили, у вас вообще все игрушки как превью у Глент? Доме. С от открытым игрушек, ртом, блядь. Которые включаются сами по себе, до вещей, движущихся также сами по себе. Семья застряла в доме, который, по их мнению, населен привидениями, которые вышли из этой куклы. Однажды друг семьи предложил им зажечь белую свечу возле куклы в надежде, что это поможет остановить все происходящее. Они так и сделали. Если не получится, они ее сожгут, установив камеру перед куклой, чтобы запечатлеть что-нибудь необычное. Вот что они засняли. Плюс пожар.
Фаем! Свет таинственным образом становится ярче, но, к сожалению, это не повлияло на странную активность. Кажется, что все становится только хуже. Одним днем происходит странное происшествие. Дочь играет с куклой, когда на камеру попадает следующее. Кто там, Добби, блядь? Мне нравится качество. Качество наше все. У меня, знаете, такое ощущение, что скоро будет не 144, а, знаешь, там 0-0-0-0-0. Нам нужно больше квадратов. Если вы прислушаетесь, то услышите четкий звук пощечины, как будто кукла ударила девочку. Девочка говорит отцу, что ей больно. Кукла на самом деле ее ударила, или это можно объяснить по-другому? Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам понравилось видео, согласны? А это значит, было бы неплохо поставить лайк видео и поддержать автора, то есть меня, спонсорской подпиской, дабы получить много интересных привилегий. Вот, у меня нет таких привилегий, да, но есть Boosty канал, там вообще можно за 100 рублей... в месяц, там вообще просто, ребята, песня. Там заходишь и просто ночевод, пожалуйста. Вот тут вообще просто 1000 человек почти, 1000. Спасибо вам огромное, Господи. Дай вам Бог счастья, здоровья, хоть кушать, хоть есть чего. Спасибо вам большое, Господи. И эксклюзивов, там в описании все написано. С вами был Зомби Чеза. Пока. Не, ну нормально, что, нормально. Как говорится, да. Ищите, девчонки, мужиков и не сидите с кошками, чтобы дверь не хлопали. Эффект неожиданности.